все номера были очень и очень прекрасные, с душой выполненные, качественно. Вот действительно люди старались. Вот действительно, это патриотическая песня. Они все именно настроены патриотически. И действительно, принимал зал очень-очень тепло. Всегда с особым трепетом выхожу на сцену, особенно исполняя патриотические песни, потому что всегда болит душа за нашу родину, за нашу Россию. Мне такие песни на самом деле петь намного легче, потому что я воспитанник Омского кадетского военного корпуса, прошел достаточно большой путь, выдержку, закалка присутствует, поэтому для меня эта песня занимает большую роль в жизни.